Здравствуйте, мои дорогие зрители! С вами школа рукоделия, и я Вика. Сегодня мы вяжем планку. Вот на образце у меня две, как бы, левая и правая полочка. То есть разбирать мы будем обе планки, чтобы все было понятно. Вот такая вот, смотрите, красивый такой край. Видите? Очень красиво смотрится. Планка цельная вязаная. Сама планка у нас состоит, понятное дело, что вы можете варьировать это число петель уже на свое усмотрение. То есть вот одна петля, потом 5 петель платочной вязки и 2 кромочные петли. Здесь то же самое. Одна петля, 2 петли и 5 посередине. То есть 8 петель. Я наберу петель 20, чтобы не удлинять видео. Так, 20 петель, девчонки. И начинаем мы ее вязать с первого ряда. Так, первую петлю снимаем, вторая петля лицевая, далее идет 5 петель платочной вязки. 2, 3, 4, 5, и далее 8 лицевая. Вот по сути в лицевом ряду у нас одна снятая петля и 8 лицевых петель. Далее идет основное полотно, у меня здесь 4 петли всего. Ну, то есть у вас полочка, да, это я так. Просто мы разбираем сейчас левую и правую полочку, поэтому вяжем одновременно 2. А вы потом в процессе, вы просто свяжите на образце и ту, поймите, как это делается, потом у вас это все будет автоматически. И вот следующие 7 петель лицевых. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Внимание, кромочные мы вяжем лицевыми петлями здесь. Поворачиваем, 8 петля кромочная. Теперь таким вот образом нить, не вот так, как обычно, а вот так вот мы ее переснимаем. Теперь вторая петля, снимаем нить перед петлей. Далее 5 лицевых, это наша платочная вязка. Так, 5. И следующую петлю снимаем нить перед петлей. Далее эти 4 петли, которые у меня по центру идут. Так, 4, 4. И вторая планка. Вот 8 петель у нас. Это правая полочка. Одну петлю снимаем с накидом. Далее 5 лицевых. Одну петлю снимаем с накидом и кромочная лицевой. Поворачиваем. Первую петлю снимаем. Далее вот эту петлю, которая была снята, вот поворачиваем, чтобы было красивее. Провязываем лицевой. То есть опять мы провязываем по сути 7 петель лицевыми. В начале, в конце плюс 1 кромочная. Вот 5 петель центральных у нас платочная вязка. Эти петли, которые снялись, мы вяжем не за заднюю стенку, а за переднюю стенку лицевой. Все. То есть, девчонки, если вот я вчера вязала образец и думала, как бы вам так объяснить, чтобы вам было понятно и вы не путали. По сути, здесь все как бы левую и правую, чтобы не запутались. Потому что получается, что провязываем мы вот эти крайние 2 петли в лицевом ряду, а в изнаночном мы снимаем в обеих рядах. Кромочную мы провязываем лицевой, запоминаем. Далее в изнаночном ряду мы после кромочной первую снимаем. 5 провязываем и 8 снимаем. То есть 2 у нас кромочные, 5 платочной вязки, 1 снимаем нить перед петлей. Это всегда мы делаем и в левой и правой полочке,
мы это делаем в изнаночном ряду. Далее правая полочка, опять одну петлю снимаем, центральные 5 лицевых, снова одну петлю снимаем и кромочная. Вот, по сути, у нас по краям от планки с левой и с правой стороны, с левой и с правой стороны по одной петле, которая в изнаночном ряду у нас снимается, а в лицевом ряду провязывается лицевой. Они у нас обрамляют эту планку, вот эти две лицевые петли. По центру планки 5 платочных петель. Это уже ваше, как бы, вы можете сделать 7, 8, 3, 4, в зависимости от пряжи и от дырки, которую вы будете делать. Ну, в общем, вот эту вот деталь, вы, вот эту часть вы корректируете. Вот. Ну и по кромочной, которая провязывается лицевой. Вот, по сути, я думаю, что я доступно объяснила. То есть, вот эти вот две крайние петли в лицевом ряду мы провязываем, в изнаночном мы снимаем не провязанными нить перед петлей, а эти центральные вяжем платочной вязкой, кромочную вяжем лицевой, при этом ее поворачивая так, чтобы она и осталась лицевой. Вот, вот так вот вяжется эта планочка. Вот таким вот образом. Раз. И повернули. Все, девчонки, на сегодня все. С вами была Вика из Школы Рукоделия. Я надеюсь, видео было вам полезным. Ну, я думаю, что оно полезно. Оно пригодится 100%. Все, девчоночки. Всех люблю, всех целую. Всем пока-пока.